В этом году по инициативе муниципалитета возродили хорошую традицию – проводить День двора. Масштабные праздники прошли во многих городских дворах и надолго запомнились жителям. Содержание дворов и домов – один из важнейших аспектов формирования комфортной городской среды. И приятно, когда жители принимают активное участие в благоустройстве своих придомовых территорий. Мы сейчас разрабатываем еще положение на уровне муниципалитета, чтобы поддержать как раз вот такие инициативные начинания. Не только благодарностями и грамотами, но, возможно, даже и финансово. И будем рассматривать это на следующем совете депутатов, потому что ваши призы, они же могут пойти на развитие ваших же домов и ваших же дворов. В торжественной обстановке наградили победителей первого регионального конкурса «Лучший дом, лучший двор», организованного партией «Единая Россия». Лучшими дворами по итогам голосования стали в номинации «Лучшая практика работы Совета МКД», «Самый дружный дом», «Лучший двор» победили жители дома на Станционной 5, корпус 1. В номинации «Лучшая практика работы Совета МКД» стал дом на улице Колпакова, 29. В номинации «Лучший двор» награду получила председатель совета дома на улице Сукромка, 21. Но наш двор активно занимается благоустройством своей территории. Мы с 2008 года начали сажать цветы, благоустраивать, создавать персонажи сказочные. И активное участие наших жильцов и денежные вложения, и труд жильцов привели к тому, что мы занимали все время призовые места по городу. Благодаря инициативам активистов преображаются дома, подъезды и дворы. Микрорайоны становятся ухоженнее и зеленее, а значит, расцветает наш округ. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первомытищинский.